Вопрос. Не могу писать продающие посты, не могу приглашать людей на бесплатные консультации. У меня какой-то страх, у меня какой-то блок. Что делать в таких случаях? В таких случаях, конечно, хорошо бы сходить к психологу и понять, разобраться вообще, что за страх. Но в любом случае у нас есть очень хороший способ, который помогает мне всегда разобраться с теми вопросами, которые меня волнуют, тревожат. Я сажусь и пишу. Я пишу методом фрирайтинга, пишу все, что приходит в голову, что за страх мне мешает продавать. Не уверена ли я в себе, не уверена ли я в продукте, не уверена ли я в том, что получится у меня, либо получится у клиента. Ну, то есть здесь очень важно найти, что мешает, какой страх, какой блок, что мешает продавать именно, какое отношение к продажам. Ну, то есть про продажи у нас в отдельном модуле целом, ну, прям целый модуль посвящен продажам. Что там за сопротивление связано именно с продажами, отношение к продажам, потому что, помните, у нас вообще очень сильно негативное отношение к продажам в обществе у многих людей, и многие люди даже скрывают, что они продают услуги, что они не продают, что они ждут, когда люди сами придут. Я рекомендую продавать и разобраться со словом продажи. Ну, то есть здесь, возможно, еще раз два варианта, то есть пойти в сторону страхов, изучить вот свои страхи, что мешает и где там сидит действительно неуверенность именно в каком-то вот моменте. И второй вариант посмотреть, что в сторону продаж, что мешает продавать, что с отношением к самим продажам. Ну, то есть, возможно, негатив к самим продажам, и тогда проработайте его в модуле «Деньги» и в модуле «Продажи». То есть еще, возможно, страх с деньгами, что-то там вот тоже. Ну, то есть сейчас я могу, конечно, знаете, как выдать тут очень много вариантов. ВДВ, возможно, 200 вариантов, как говорит мой друг. Но еще раз, вы сами садитесь, фрирайтите, садитесь, пишите, что вам мешает, подробнее разбирайте. И потом уже, когда у вас есть понятные страхи, вы уже начинаете их прорабатывать с психологом, в нашей программе, в нашем клубе, задаете вопросы, приходите ко мне на 15-минутки. Ну, то есть вы сами уже с конкретными какими-то страхами приходите, что конкретно мешает. Понимаете, да? Все, всем ромашек, счастливо!